На телепроекте «Дом-2» очень многие участники скрывают свое темное прошлое, однако в ходе беседы ведущим удается узнать некоторые тайны ребят. Как стало ранее известно, некоторые девушки работали в эскорте, так как им очень нужны были деньги на жизнь. Но наибольшим удивлением для всех присутствовавших в студии оказался тот факт, что Роман Гриценко также был задействован в подобном бизнесе. Это известие сильно возмутило Ольгу Бузову, к которой у парня есть симпатии. Во время съемок очередного выпуска Влад Кадони сообщил, что ему известно о предыдущей работе 23-летнего Гриценко. «Я понял, мне скидывали скрины, что там сидит парень, похожий на меня», – попытался оправдаться Роман. Ольга Бузова, присутствовавшая при разговоре, не могла поверить своим ушам. Гриценко начал возмущаться и ругаться, а затем и вовсе покинул студию. По реакции Романа телеведущие сделали вывод, что сказанное о нем это правда. Судя по всему, Ольга была очень разочарована такой информацией о своем поклоннике. А на Кадони обрушились с критикой, оставляя комментарии в его микроблоге. «Влад, почему ты всегда пытаешься унизить Ромку в глазах Оли? Зачем? Сплетни необоснованные собираешь? Неприятно было смотреть. Рома, молодец, что ушел и не стал чушь твою слушать. Влад, если ваша осведомленность ограничивается скринами Инстаграма, лучше бы молчать и не обвинять человека без оснований. Оснований никаких нет, оговор – страшная вещь. Бузову не жаль, с нее все как с гуся вода, а вот юнца Ромашку жаль». Обсуждали поступок Влада в сети. Напомним, что Ольга отвернулась от Романа, потому что поймала его на флирте с Лерой Хроминой. После этого он начал сильно страдать и пытаться обратно вернуть расположение Ольги. «Я совершил много ошибок, и в этом виноват только я», – отметил Гриценко. «Свой шанс я упустил, но я выбираю девушку по сердцу, пусть даже она будет для меня недостижимой», – отметил участник «Дома-2». Судя по всему, их отношения с Ольгой стали лучше, но она все равно относится к нему с опасением. Класспост 483 279 подписчиков.